Белорусские милиционеры одержали победу на чемпионате мира по мини-футболу среди полицейских и пожарных. Он проходил в голландском Грунло. В 32-м по счету турнире приняли участие 208 команд из 54 стран мира. В финальном матче белорусы с минимальным перевесом обыграли хорватов. Отмечу, чемпионат проходил в двух возрастных категориях – до 25 лет и старше. Вторая команда белорусских «Страж порядка» заняла итоговое 5-е место.